Получилось так, что Сергей Григорьевич в своей семье, ну, в семье в большом смысле слова, да, в масштабном смысле этого слова, стал первым музыкантом, об этом мы говорили в самом начале. Но вот его дети линию семейную продолжают гнуть, и сейчас я с большим удовольствием хочу пригласить на сцену дочь Сергея Григорьевича, Анну Заяц. Встречайте. Вы знаете, наследственность в полной мере проявляется, потому что Аня артистка оркестра «Сибирь». Она композитор, и в прошлом году стала лауреатом международного конкурса, который проводила Российская академия музыки имени Гнесиных в номинации «Композитор-исполнитель». Писать музыку Анна стала не так давно, но вот вообще для папы это не стало удивлением, потому что когда Аня была совсем маленькая, Сергей Григорьевич вспоминает, что ей было 2 года, они с Игорем бабушкой репетировали, как вы сами понимаете, без конца, да, и в любое свободное время, а Аня в этот момент очень эмоционально что-то стучала, ну как человек 2 года может играть на фортепиано, ну играла что-то на фортепиано, очень эмоционально. И Сергей Григорьевич вспоминает, что все, кто это слышал, говорил, ну это точно будущий композитор. Но в какой-то момент балалайка, видимо, так полюбилась с самого детства, что она взяла верх. Ну вот, а композиторский дар сейчас раскрывается в полной мере. Итак, Анна Заяц, Кассиопея. Уральская прессовая. Встречайте!